Обращаться в полицию стали чаще. Сегодня в УВД огласили количество поступивших жалоб или заявлений граждан в этом году. Таковых набралось 1500. Это на 300 больше, чем в 2013. В большинстве случаев поступают они в письменном виде. Причем не только на бумаге. Все больше обращений приходит через интернет. Кроме того, на пресс-конференции сотрудники органов внутренних дел напомнили, что поступающие заявления должны быть подписаны, а также содержать координаты для связи. Но при этом заверили, анонимка также будет рассмотрена ими и в том же порядке, что и другие. Правда, в таких случаях подавший ее о результатах может только догадываться. Могут быть, допустим, что такие-то автомобили паркуются, связанные с общественным порядком, или сосед слишком сильно пьет, и я боюсь раскрыть свои данные. То есть, в данном случае мы, естественно, проводим работу, исходя от того, что мы не можем дать полноценный ответ данному гражданину.